Разбираем второй ремень, потому что он тоже не работает из-за песка. Там просто целая песочница внутри. Дело было так. Пескоструили нижнюю часть вот этой стенки. Вот это все серое, это то, что пескоструили. И получается под, между вот этой стенкой и той, через низ вот так зашел песок. Чтобы настроить ремни и так далее, нужно снять вот эту панельку. Но ремни все просто. Отсюда открутил и эту штуку снял. Ну и самое главное, там не потерять всякие болты по пути. Вот так вот сняли. И вот давай поближе подойди, пожалуйста. Вот здесь есть одно место, где крепится. Неаккуратно, но я рекомендую аккуратно. И вот фишка-то в чем? Все вот здесь... Оно вот здесь есть крепление, вот. И чтобы оттуда все грамотно снять, ну, в идеале надо, конечно, вот это тоже снять. Вот как оно работает. Тык-тык. Туда-сюда. Просто выдергиваем. Типа ёршика. Да. Все, и суть в чем? Вот здесь нужно тянуть именно вверх. Где еще, чтобы вот в таких... А ни хрена. Вот тут я выдернул тоже, потому что тут вверх ногами. А дальше нужно тянуть просто вверх, чтобы вот эту штуку поднять и тянуть. Тут а ни хрена не надо тянуть вверх, короче. Не вытягивается, поэтому просто аккуратненько вытаскиваем. Вот тут вверх. Да, она не тянется вверх. Может, что-то мешает. Ты же не поломал нифига. Все нормально, ничего не сломалось. Надо просто немножко аккуратно. Все. И обратно собираем так же. К сожалению, не получилось красиво это сделать. Но информация, я думаю, все равно будет полезна. Ильнар никогда так много в машинах не ковырялся. Сделаешь одно, вылезает другое? Да. Так а потом жизнь. Еще обратно от как-то собрать. Еще посмотрим, сколько там песка попало. Он соединяется, да? Видели, что ли? Да. Песок. На песок там его. Вот тут вот. Лишнее работает. Всего лишь, а не песок. Здравствуйте. Этот шарик. Он находится вот тут, внутри. Я вот эту штуку тоже разобрал и почистил. Вот на той двери все начало работать. Сейчас какие посмотрим. У тебя руки? Ну конечно. Тут в грязи ковыряешься. В пыли, точнее, никто же никогда. Не моют машину так глубоко, как мы сейчас этим занимаемся. Сейчас я устанавливаю обратно. Вот я собрал. Теперь эта штука, она находится внутри под пластиковой такой крышечкой. С одной стороны пружина, там аккуратно открывается, пружина может вылететь. Так не стоит делать вообще. Ты уже вытаскивал? Вот я ставлю обратно. Сейчас мы поставим ее на место, потому что эта штука работает только под определенным углом, потому что шар должен уйти. Да, шарик отходит только под определенным углом. Что, работает? Да. Ура! Вот эта штука, шарик этот, он когда вот так отклоняется, зажимает. Потому что там была грязь внутри этой пластмасочки. Перестала работать. А сейчас мы все почистили и заработало. Все очень просто. Но для этого нужно разобрать пол машины. Да, вот это и еще покажу. Смотрите, тут уже было, по-моему, сломано. Вряд ли это я сломал. Здесь вот эти все крепежи, они снимаются вверх. Вверх. То есть как-то так. Имейте это в виду. Тщательно здесь все вымываем. Ну что?
Ремень безопасности рабочий? Надеюсь, что да. Пробуем? Ну, да, так-то хорошо. Имеется. В количестве пока одна штука. Да. Ура! А все почему? Потому что я забыл крышечку поставить на ремень, который снимал, чтобы почистить все. Бывает. Вот не должно быть так. Будьте внимательны, господа. Стратегию надо, да, сразу? Да, надо все делать по порядку, как разбирал. Скажи всем пока, всем удачи в починке вашего автомобиля. Всем пока, всем удачи в починке вашего автомобиля.